Первые осознанные воспоминания большинства людей связаны с ранним детством. Так яркие эмоции и переживания ребята испытывают в детском саду, институте первичной социализации человека. Именно поэтому сотрудники ГИБДД советуют знакомить ребят с правилами дорожного движения еще в дошкольных учреждениях. Такие мероприятия помогают детям закрепить навыки в знаниях дорожного движения не только для того, чтобы их просто знать, а для того, чтобы применять их в жизни, чтобы целиком себя обезопасить. Интерактивные постановки, командные игры и музыка. Педагоги и полицейские подготовили это и многое другое, чтобы заинтересовать малышей. Первые участники – это, естественно, дети, это специалисты, музыкальные работники, воспитатели и педагоги нашего образовательного учреждения. То есть никаких приглашенных театральных героев у нас нет. Это все сами, своими руками. Одинцовские педагоги имеют немалый опыт проведения подобных мероприятий. Целевая аудитория – ребята 6-7 лет, которых в сентябре ждет первый класс и ежедневные походы в школу. А значит, и дороги со всеми их опасностями. С детьми мы работаем постоянно, так как с детства необходимо прививать детям знания и навыки правил дорожного движения, чтобы им потом было легче себя обезопасить. Для взрослых организаторы открытых уроков подготовили познавательные буклеты. В них все, что нужно знать заботливому родителю о безопасности своего ребенка на дороге. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».